Кадилишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт в новую серию 6 сезона с модом Пикселемон, где мы наконец-то уже будем добивать этот сезон и пытаться выпустить новый сезон как можно быстрее. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, не забываем ставить лайки. Чем быстрее наберем 3000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если через 3 часа наберем 3000 лайков, значит через 3 часа выйдет новая серия, запомните это. Также, ребята, я приглашаю вас всех подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Потратьте на меня 2 секунды. Лайк, подписка. За это, ребята, я вам скажу большое спасибо и выпущу новое видео как можно быстрее. Больше не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, чем мы будем заниматься в этой серии? Это новая серия Пикселемона, многие ее ждали, ребята. Спасибо за то, что мы на предыдущей серии набрали больше даже, чем 3000 лайков, ребята. За это вам большое спасибо, я очень этому рад. Но, в принципе, вот, держите новую серию, где мы будем продолжать добивать этот сезон и пытаться выпустить новый как можно быстрее. Что мы будем делать в этой серии? Ребята, я, если честно, вообще забыл то, что мы словили Мью в этом сезоне. Как бы это нам тяжело не далось, потому что легенды в этом сезоне вообще были очень сильно баганые, и нам вообще повезло то, что Мью хотя бы заспавнилась при вообще конце сезона. Но, ребята, что мы забыли сделать? Мы забыли клонировать Мью, то есть мы можем клонировать Мью в Мьюту. Это, в принципе, будет очень тяжело, как я помню с предыдущих сезонов, потому что я уже офигеть как много времени не клонировал и не занимался вот этим всем. Но, в первую очередь, чтобы клонировать Мью, нам нужно сделать машину для этого. Я не знаю, сможем ли мы клонировать в этой серии или в следующей серии, потому что для того, чтобы сделать саму машину, у нас уйдет много времени. Но, ребята, мы будем приступать к этому. Давайте, знаете что, давайте в первую очередь мы выложим вот этот весь хлам, который просто-напросто мешает нам вот тут в инвентаре и просто-напросто занимается. Ой, это вообще куда зашел? И просто-напросто занимает место, лишнее место. Мы же это все можем выложить, если, конечно, тут у нас... нет, это не сюда, это вот сюда. Замечательно, что мы, ребята, сюда можем выложить? В принципе, у нас уже сундуки даже вот эти все забитые. Я, если честно, больше ничего не могу выложить. В принципе, нормально, вот так места хватит. Нам, ну... Ой, ребята, в первую очередь нам нужно сделать две фосил-машины для того, чтобы сделать клонированную машину клонированную. Для того, чтобы сделать фосил-машины, я, если честно, хорошенько не очень так помню, но я помню то, что нам нужно стекло, это в первую очередь, поэтому, ребята, берем стекло. Что нам еще нужно? Нам нужно три ведра, вот, мы уже делали же обычную фосил-машину, сейчас нам нужно две для того, чтобы сделать клонированную машину клонирования. Также нам нужно дофига алюминия, вот он. И также нам нужно куча обсидиана. Но обсидиана у нас, к сожалению, только 12. Мне кажется, то, что нам еще нужно будет ходить и добывать еще обсидиана, потому что вот это нам вряд ли хватит. И также два изумруда, не знаю, хватит ли или нет. И также, если я хорошенько помню, нам еще пригодится золото. Ребята, сейчас мы будем приступать и будем делать фосил-машину. Две штучки, точнее. В первую очередь нам нужно пойти на нашу кухню, как я уже тут давно не был, и поставить на пережарку вот этот песок. Будем ждать, пока это все пережарится, и заберем его, как только сможем. Но, ребята, перед тем, как у нас это все пережарится, уже 6 стекла у нас есть, нам же нужна куча алюминия. А я, к сожалению, не могу тут алюминий сделать. Не, мне кажется, я тут алюминий не могу сделать. Или как-то другим способом он делается. Ребята, я уже не помню. Я уже реально не помню, как это все делается. Но и... ну что? Что я помню, то что он... вот сейчас, ребята, дайте я вот сюда поставлю. Он может делаться вот тут. То есть, если мы возьмем... так, знаете что, дайте-ка я выключу вот эти шейдеры, хоть, в принципе, это большой погоды не сделало, потому что все же у меня дома всегда лагает. Так, секундочку. А, вот, я уже напугался, то, что я прокакал наковальню. Сюда мы поставим вот так. Твою мать, что это за хрень? А, вы, ребята, вы видите то, что у меня... Иди сюда. Может, мне нужно выкинуть вот это. Вот, дайте я вот это выкину, потому что у меня стоит мод на автопереключение предмета. Вот, сейчас все нормально работает. Нам нужно очень много вот этого алюминия. Прям дофига, ребята, дофига. И почему-то в этой автоматической... автоматический наковальня, он почему-то не хочет работать, хоть вы убейте, но я не представляю почему. Хоть по идее он должен тут работать, но почему-то нет. А знаете что, а может... нет, фиг его знает. Ладно, ребята, я тогда буду сейчас сам долбить вот это все и вернусь, когда набью нормальное так количество вот этого алюминия. Ребята, я вернулся, и я...
наковал себе 40 кусков алюминия. Мы можем уже забрать наши предметы. Замечательно, это можно поставить сюда, это можно поставить сюда, это можно поставить сюда. Замечательно, ребята, так, вот сюда. Сейчас нам нужно дождаться. А, нет, уже, в принципе, все готово, значит, забираем. И сейчас, ребята, мы будем что-то делать, но я пока что не знаю что. Знаете... А, нам нужно пойти и набрать водичку. Очень темно уже на улице, поэтому давайте, давайте мы ночью не будем гулять. Ночью гулять опасно, пойдем поспим. И утром, утром, утрецом мы пойдем наберем водичку с нашего, не знаю, чистое ли это озеро, или это вообще река. Сейчас, ребята, наберем, наберем, наберем это, ставим вот сюда, 1, 2, 3. Замечательно, нам еще нужно будет сюда один раз спуститься, потому что нам нужно будет еще 3 ведра, ребята, кто не помнит, то... А, я уже много раз повторялся, но еще раз повторюсь, то, что нам нужно 2 фотил-машины. Сейчас, ребята, ух, Мьюту, Мьюту, мы за тобой идем, и все-таки мы надеемся, ребята, то, что он все-таки сможет заспавиться в этой серии. А, так, это сюда, это сюда, это сюда, 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 сюда. Замечательно. В принципе, вот это все заберем, да и все. А, так, сейчас. Это нам нужно поставить сюда. Это сюда, сюда и вот сюда. Если я хорошенько помню, то это все крафтится вот так, да. И сейчас нам нужно спуститься и еще набрать 3 ведра воды. Это, в принципе, будет очень даже быстро. Опа-на! И топаем дальше. И мы, ребята, уже тут. Я даже немного цвет камеры поменял, потому что мне казалось, то, что он то, что слишком бледно как-то. Но все же, ребята, не суть, это вообще не важно, потому что сейчас мы будем заканчивать делать еще одну часть вот так. Замечательно, ребята, вот эти ведерка мы можем забирать, и сейчас нам нужно делать части, другие части фосил-машины. Если я хорошенько помню, то они делаются, ну как-то так, потому что я, если честно, это ребята, уже все забыл, да. 1, 2. Замечательно. Сейчас это забираем, это ставим сюда. 1, 2. Замечательно. Сейчас, ребята, сюда ставим редстоун и по кругу... Или наоборот, мне кажется, все-таки наоборот. А, допустим, вот так. Сейчас, сейчас, сейчас. Это сюда, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Да, ребята, это делается вот так. Замечательно. Сейчас нам нужно вот это все как-то совместить. Если я хорошенько помню, то это все делается. Да, вот так, ребята, замечательно. Я вас всех поздравляю, мы сделали 2 фосил-машины. Но сейчас у нас будет самая сложная задача, потому что сейчас нам нужно будет делать машину клонирования. Я, если честно, ну не совсем помню, как она делается. Да, вот средняя часть, то есть часть, которая находится по центру, делается вот так. Сейчас нам нужно сделать 2 отдельные части. Но как они делаются, я точно не помню. Ну, что-то вот так, потом вот так и вот так. А что тут сверху? А сверху, наверное, у нас идет алюминий, да? Да, замечательно, ребята. Но сейчас нам нужно еще 3 обсидиана, потому что следующая часть крафтится точно так, только вместо золота идет изумруд. Поэтому, ребята, сейчас нам нужно найти где-то обсидиан. Обсидиан, как я сказал. Он у нас был вроде возле дома, где-то вот тут, в лесу, в лесу, в лесу. Если я хорошенько припоминаю, я где-то тут тушил озеро. Во, да, я вижу на карте то, что я тушил тут озеро лавы. Хоть это было охренеть как уже давно, но все же, ребята, я вспомню то, что где-то тут рядом у нас есть засохшее озеро, покрытое обсидианом. Сейчас нам нужно 3 блока, это не так-то много, поэтому, ребята, быстренько мы это все добавим. Будем. Какая это вообще серия по счету, ребята? Если честно, не помню. Вроде 87-я. Если все пойдет по плану этого сезона, как мы с вами договаривались, то к 100-й серии мы сможем закончить этот сезон. Или даже быстрее, может, какой-то 90-й серии, да, ребята? И мы будем начинать новый сезон, если вы этого, конечно, хотите. Я не знаю, ребята, все зависит только от вас. От вашего мнения, потому что я, если честно, не знаю, хотите ли вы новый сезон или нет. А, в принципе, нам уже больше не надо, у нас уже есть 3 кусочка, поэтому, ребята, замечательно. Мы, давайте, меньше разговоров, больше делать. Сейчас сюда возвращаемся. А, как это делается, я уже забыл. Так, сейчас, это вот сюда, вместо золота ставим изумруды, и наверх мы ставим, конечно же, кусочки алюминия. Сейчас, вот сюда и вот сюда. И, ребята, мы получили машину клонирования. Сейчас, ребята, мы можем превратить Мьюту, если это, конечно, у нас получится. Можем поставить сюда. Хреновенько я вот это поставил. Так, что-то залагало. Сейчас. Во, поднял. Сейчас. А я могу сюда поставить? Да. Вот тут, в принципе, она стоит идеально, потому что, как вы видели, что-то залагало. Вот. Вот, видите?
Какая-то тут нахрен аномальная зона. Машина мало того, что то, что вылезла сюда за стену, когда я ее сломал. Вот, ребята, она появилась вот тут где-то за стеной. А то плюс к тому, тут появилась какая-то аномальная зона. Когда я сюда вхожу, то мне наносится урон. Я не представляю, почему. Но все же, ребята, сейчас нам нужно сделать Мью. Как? Как он делается, или она, называйте как угодно. Ребята, кто помнит, как делается Мью? Нам нужно сделать три блока, самых дорогих блока в игре. Нам нужно сделать блок золота, блок железа и блок алмаза. Да, ребята, алмазный блок нам нужно сделать. Но в чем прикол вот этих всех блоков? То, что Мью может не заспавниться с одного раза. У каждого Мью есть три попытки для того, чтобы превратить Мью в Мьюту. То есть клонировать его, да, его ДНК. Если это у нас не получится, если у нас не получится поставить блоки в той последовательности, в которой они должны быть, а каждый раз другая последовательность, и нам нужно просто ее угадать, то Мью превратится не в Мьюту, а в Дитто. И то есть клонирование пройдет не очень успешно. Поэтому, ребята, нам нужно смотреть и вообще пытаться не ошибиться, ну и не лохануться. Но хоть в принципе, ребята, никто этого не может знать, потому что клонирование, как я уже сказал, оно случайное. Никто не может знать последовательность клонирования, но я буду придерживаться нашей старой традиции. Я сделаю такое же клонирование, как у нас было в предыдущем сезоне. Только мне нужно найти Мью, которая где-то у нас тут спряталась, вот в этих всех боксах. И я, если честно, пока что не замечаю, где она. Но где-то она должна быть. Я, ребята, вот, да, я хотел сказать то, что я вернусь, когда ее найду, но я уже ее нашел. Эмбуара, прощай, потому что Эмбуара мы уже можем выкладывать так же, как и Скармори, потому что они уже, ребята, прокачаны. Замечательно. Так, Сандила тоже давайте выложим, потому что не знаем, кого мы там словим. Но что я чуть ли не забыл, нам же нужен Мастер Бол, потому что Мьюту хоть и может словиться с обычным болом, нам нужно будет потратить пару тысяч обычных болов для того, чтобы словить Мью. И, ребята, если у нас тут не будет нигде мастербола, хоть он, в принципе, мне кажется, должен у нас быть, потому что у нас была их куча. Ключевое слово «было куча», уже, уже, ребята, никакой кучи нету. Поэтому мы сейчас, наверное, купим мастербол, если я хорошенько полагаю, потому что... Да, монеток у нас, конечно же, хватает. Идем сюда, продажа ресурсов. Нет, не вот тут, а вот тут. Замечательно, ребята. Ставим вот так, покупаем один мастербол. В принципе, нам даже хватит бабла на еще один мастербол. Но лишний раз мы тратиться не будем. Ну что, ребята, в первую очередь нам нужно внести Мью сюда. Мы внесли Мью в клон-машину. Тут уже идет сканирование. Сейчас нам нужно поставить блоки. То, что у нас тут пишет, то, что... так... Текстурки. Прекратите вот эти. Хотя, в принципе, я хочу. Пускай будут танцующие текстурки. Замечательно. То, что у нас тут пишет, то, что идет последовательность. Алмазный блок, потом золотой блок, потом железный блок, ребята, это ни о чем не хочет говорить. Потому что я уже много раз пытался это делать в предыдущих сезонах, и много раз у меня вылазил Дитто, а не Мьюту. Поэтому нам нужно угадать. Но я сделаю так же, как я делал в предыдущем сезоне. Если у нас получится Дитто, значит получится Дитто, мы ничего не сможем сделать. Как я делал в предыдущем сезоне. В первую очередь я поставил золотой блок, потом... Так, я сказал, я поставил золотой блок, потом алмазный и потом железный. И пускай это все делается, как оно делается, я даже, ребята, не буду смотреть. Я не знаю, кто у нас там вылезет. Я не представляю. В предыдущем сезоне с такой последовательностью у нас вылезла... Вылез Мьюту. А кто будет в этом сезоне? Да! Ребята, опять Мьюту, значит... О, вот смотрите, тут у нас что-то есть. Вот. Дай... Так, он уже на нас напал, поэтому, ребята, давайте я его буду ловить. Я не буду выкобыливаться, хоть, в принципе, у нас даже у нас даже обычных болов нету. Будем его сразу ловить в мастербол. Ребята, последовательность сработала. Поэтому, кто играет в Пиксельмон, запомните, как клонировать Мью и не ошибиться. Вот знаете что, дайте я включу гейммод и вот сломаю... А, я не то сломал, потому что, вот видите, у меня тут какая-то аномальная зона до сих пор. Вот видите, я не могу сюда зайти. Что-то эта машина все-таки залагала, я ее сломал, потому что... Вот видите, ребята, я не могу дальше идти. Не знаю, я хотел сломать с гейммодом, но, как видите, не получилось. Я даже продолжаю там получать урон. Но все же, ребята, Мьюту. Мьюту, и мы его наконец-то словили. Сейчас опять ночь, давайте идем поспим.
И это, ребята, очень круто. Это очень круто, потому что я уже думал то, что, ух, если сейчас вылупится Дито, будет не совсем круто. Но, ребята, у нас получился не Дито, а Мьюту, как мы и планировали. Давайте, ребята, мы на него посмотрим, какого он роста и вообще, что это такое. Вот, ребята, наш Мьюту красавец. Я надеюсь то, что ты, в принципе, сможешь справиться с задачей или нет. Вот Мьюту, вот встань сюда, вот, нет, не в ту сторону смотри, а посмотри в эту сторону, вот так. Я даже скриншотик сделаю. Мьюту, пожалуйста, вот как-то... Вот так, мне кажется, будет нормально, если ты будешь стоять, или даже можно как-то... Знаете что, давайте мы его кинем куда-то вот сюда, сейчас сделаем какой-то красивенький скриншотик, если у нас это, конечно, получится. Знаете что, дайте я включу таймсет 5000... Вот так, во, совсем другое дело, я закрою, Мьюту, вернись, вот так, во, как он красиво стоит, вот так, замечательно, мы еще тут, в принципе, можем рядом Мью выкинуть, ну, в принципе, мне кажется, сойдет и так, если будет, вот, замечательно, ребята, в принципе, Мью у нас, точнее, Мьюту у нас получился, и это офигеть как круто. Задачу в этой серии мы выполнили, и на одну цель в этой серии мы также сделали, на одну цель мы сделали меньше, потому что все-таки мы сделали Мьюту, и это, ребята, очень даже круто. Надеемся то, что все-таки к 90 серии мы сможем закончить этот сезон. Я очень на это надеюсь и начать новый сезон. Да, ребята, в принципе, сейчас на острове. Мы в этой серии можем убить и 15 Блисси, но мы этим не будем заниматься. Почему мы этим не будем заниматься? Потому что, ребята, курочка. Ребята, только говорите то, что курочка до сих пор тут сторожит нашу... Курочка до сих пор, кто не помнит, я ее заспавил в предыдущем сезоне, в предыдущей серии, и это у меня случайно получилось. И дайте мне пройти сюда, заразы. Вот. А почему я не буду убивать 15 Блисси в этой серии? Потому что у нас еще осталось 4 Блисси, которые мы можем убить с предыдущей серии. Да, ребята, мы можем убить еще 4 Блисси с предыдущей серии. Ни хрена себе, Шайни Блисси заспавнилась. Ну, пускай будет, я ее не буду трогать, не вижу в этом никакого смысла. И, в принципе, я ее ловить даже не могу, потому что это Блисси, которые заспавнились с помощью блока, да, спавн-блока, а не обычным путем. Ребята, я надеюсь, что в этого Мьюту есть хотя бы какие-то нормальные атаки, пожалуйста. Ну, я не скажу то, что есть какие-то крутые атаки... Но я хотя бы надеюсь то, что ты сможешь убить вот эту Блисси и сам не умереть, и прокачать нам немного актиллерии, пожалуйста. Хотя бы чуть-чуть, я тебя просто умоляю. Дай, давай, еще один ударчик, еще один ударчик. Во, замечательно, 15 тысяч опыта, и сейчас у нас актиллерия уже 44 уровень. Мы можем его еще раз вылечить. Ну, не очень, и скажу вам честно, не очень крутые атаки попались у Мьюту, но все же, пускай будет, ребята, пускай будет. Актиллерий, ты... Ну, я, в принципе, согласен, то, что урончика у тебя вообще никакого нету, плюс там у Блисси еще и любит лечиться, это очень плохо. Ну, будем надеяться, то, что мы все-таки сможем тебя прокачать, если убьем еще вот эту Блисси. Это уже вторая Блисси, ребята, запоминайте, это вторая Блисси. И мы еще можем убить 2 в этой серии. Мы, конечно, еще можем убить еще и 15, но за эти 15 Блисси нам нужно будет еще платить. А в данный момент я этого не хочу делать. Вот так, замечали, ребята. У нас еще есть 2 Блисси, у Клерии 46 уровень. Кидаем его и кидаем... Нет, не Мью. Твою мать. Вот, замечательно. Кидаем актиллерии и сейчас кидаем Мьюту. И надеюсь, что он сможет нас прокачать. Пожалуйста, вот так, замечательно. Вот так. И вот так. И сейчас, ребята, мы его быстренько добьем. Еще один удар. А, ну конечно, если ты будешь лечиться, то вряд ли мы тебя сможем добить. Но, давай. Зараза, ах ты, зараза. Прекращай, пожалуйста, лечиться, ребята. Я уже выходил с боя, я уже убегал с боя, я лечил Мьюту, потому что у него уже закончились атаки. Если ты еще... Иди ты в жопу, пожалуйста, все. И все, я не хочу с тобой иметь никакого больше дела. Мы будем сейчас сражаться с этой Блисси, я надеюсь, что она не будет такой тварью, и лечиться она не будет. Я понимаю то, что она спасает свою жизнь и пытается вылечиться. Но все же это слишком, ребята. Я уже сижу тут 3-4 минуты и пытаюсь убить одну Блисси, и она все лечится, лечится и лечится. А Мьюту, к сожалению, у нас не получил какие-то нереально крутые... Ах ты ж, зараза! Мьюту у нас не получил какие-то нереально крутые атаки, поэтому для него
очень сложновато убить Блисси, которая с помощью одной лечилки вылечивает себе почти всю жизнь. Прекращай это дело, это нехорошо поступает. Ты меня заколебала. Пожалуйста, прекрати вот это. Ты 62 уровень, дай нам себя убить. Я тебя прошу просто. У Мьюту сейчас уже закончатся атаки. Атаки. Я, в принципе, не знаю, кем я буду бить вот этих Блисси. Все, атаки закончились. Сейчас мне нужно опять переходить на артиллерии. Если Блисси не будет дальше лечиться, то я могу его убить, ее могу убить вот этой атакой. Хоть это, в принципе, будет очень долго, но все же я смог убить. 11 тысяч опыта, ребята, это просто замечательно. И у нас осталась еще одна Блисси, которую мы можем убить в этой серии. Давай быстренько, быстренько, быстренько. Я надеюсь, то, что 62 уровень. Ну все же, ладно. Выхода у нас нету, будем, ребята, убивать вот это. Ух ты же, охренеть, как это долго будет. Если я буду бить вот только вот этой атакой и только с помощью артиллерии, то это займет около часа. Но ладно, потому что я хочу опыт только на артиллерии. Больше с Мьюту я делиться не буду. Почти, ребята, добил. Я надеюсь, в первую очередь, то, что она не вылечится, а во вторую, то, что мы не перекачаем артиллерию. Потому что, если мы его перекачаем, это будет очень плохо. Очень плохо. И мы его перекачали. Мы его перекачали. Ну, ладно, ребята, в этом нету ничего такого страшного. Будет не 50 уровень артиллерии, а будет 55 уровень. Вот нужно было все-таки вызывать... Нужно было все-таки убивать вот эту Блисси с помощью Мьюту, потому что я пожадничал, я не хотел делиться опытом с Мьюту. И как вы видите, лучше бы я поделился, потому что если бы я поделился, то я бы не перекачал вот этого октилерии. Ну ладно, ребята, в этом ничего такого страшного нету, потому что сейчас он уже... нифига себе, много опыта. Потому что сейчас, ребята, он уже... А в первую очередь 52 уровень, уже не 51, то есть один уровень я ему уже перекачал, подкачал, можно и так сейчас это назвать. Давайте выключим шейдеры. Один уровень я ему уже подкачал, вот Shiny Arbok, и в принципе больше боссов тут нету, поэтому больше времени я тратить не буду. Мы вернемся, ребята, в следующей серии и подкачаем нашего артиллерии, и в принципе можем даже закончить сезон в следующих сериях, если вы этого, конечно, хотите. Ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк. Чем быстрее мы наберем 3000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы дружно соберемся, поставим лайк, то новая серия может выйти через пару часов, если вы, конечно, этого хотите. Также я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружбу. Уже 7 подписчиков. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. Потратьте на меня всего лишь 2 секунды, ребята, на лайк, на подписку. Но за это я вам скажу также большое спасибо. Потому что вы большие молодцы, если вы еще сейчас меня смотрите. Вы досмотрели это видео до конца, не перематывали, не переключали. А вы, ребята, реальные молодцы. Поэтому не постесняйтесь, потратьте 2 секунды на лайк, на подписку. Ребята, вы будете реально крутыми. Также приходите на мой канал каждый день. Видео выходит каждый день, я буду очень сильно рад вас видеть на просмотре новых видео. Ребята, никогда не стесняйтесь, приходите, я действительно буду очень вам рад. Я еще раз скажу вам большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.